Так, всем привет! Меня зовут Мария Гнетецкая, я работаю фронтенд-разработчиком в команде маркетинга в компании Skyeng. Вообще в разработке более 6 лет. Но кто не в курсе, Skyeng — это крупнейшая онлайн-школа, онлайн-платформа образования в Европе. И для тех, кто о нас вообще не слышал, у нас сегодня небольшой розыгрыш будет за 2 самых интересных вопросика. Мы разыгрываем за 2 вопросика. Ну, в смысле, 2 людям. Мы разыгрываем подарочные сертификаты на 4 индивидуальных онлайн-урока в школе Skyeng по английскому языку. В общем, вот. Для нашего доклада я также провела небольшой опрос среди удаленных разработчиков, задала им немножечко вопросов про то, как он вообще работает, есть ли там какие-то плюсы-минусы. В опросе приняло участие всего 35 человек. Не особо много, но для удаленщиков это нормально, я думаю. Эти позиции еще найди. И, в принципе, результаты опроса будут использоваться в данной презентации. Так, ну, начну немножечко с себя. Я вообще как бы очень люблю офисную работу. И по большей своей практике я работала только в офисе, потому что мне вообще что нравится. Ты общаешься с людьми, находишься как-то в круге, в общении, вот это вот все. Вот я это очень люблю. Вот кофе-брейки, на кухоньке поболтать, мне прям нравится. И у меня, как у обычного офисного работника, и у многих также офисных работников, рабочих в IT, было достаточно много суеверий. Суеверий как бы действительно много. И если посмотреть топ-5, ну, как бы мы, как работающие в IT, уже понимаем, с чем мы столкнемся. По большей части проблемы с коммуникациями, отсутствие общения, самоконтроля, как бы такие... Бывает редко, это не особо распространено, и в итоге оказалось так, что сначала меня просто забывали звать там, на какие-то собеседования, там, встречи, потом просто перестали звать, то же самое с планированием, меня изначально, короче, туда перестали звать, и мне приходилось после планирования идти к начальнику, отдельно выпрашивать для себя задачи, и отдельной проблемой вообще стала коммуникация. Если ты работаешь, например, в офисе, у тебя в соседнем кабинете там тот же самый бэкэндщик, ты можешь прийти к нему, пнуть его, и, в общем, все твои проблемы решатся, а когда ты пишешь кому-то в чат, там, или в скайп, или еще куда, человек может просто не заметить и ответить тебе вообще через 2 дня. Вот это вообще ужасно стопорило мою работу. И, в принципе, вот если посмотреть, как бы минусов у людей тоже достаточно много. Кривой work-life баланс, там, отсутствие общения. И в топ-5 как раз-таки входят еще и проблемы с коммуникациями в том числе. У кого-то там даже и переработки. В общем, мне как-то не задалось, честно говоря, вот на тот момент с удаленной работы. Я думала, ну, блин, ну как так можно вообще работать? Это же, ну, нереально просто. И негативный опыт вот тех 35 людей, у них только у 29%, это 13 человек, не было негативного опыта, то есть все было нормально. У остальных какой-то такой негативный опыт все-таки был. Ну, у кого-то даже колебания курса валют, видимо, работали за доллары или что-то такое. И вот, в общем, на этапе вот моего отъезда ко мне... А, да, топ-5 негативный опыт, сорян. Отсутствие общения — это в первую очередь, потому что действительно ты думаешь, что все о тебе забыли, и тебе становится очень грустно и плохо. И вот примерно в этот момент ко мне обратилась компания Skyeng и позвала меня к себе на работу. И я, честно говоря, не хотела соглашаться, потому что удаленная работа мне уже как-то не зашла. У меня было достаточно много страхов. Ну, вот что такое компания Skyeng? Это крупнейшая онлайн-школа Европы. У нас там 100 тысяч учеников, более 9 миллионов проведенных уроков, при этом 200 где-то инженеров, из них 90% работают удаленно. Поэтому я боялась, что удаленка после предыдущей удаленки вообще никак не зайдет. И первые мои страхи, что меня в первую очередь забудут, как на прошлой работе, все эти проблемы с коммуникацией, проблемы с общением, это, честно говоря, очень сильно по мне дало. Вторая проблема, я не совсем понимала, как оформляется вот это все, как там подписываются договоры, как вот больничные всякие такие вещи происходят, непонятно было. И третья, это лично моя проблема, мне очень было тяжело сосредоточиться, когда я работала из дома, у меня продуктивность очень сильно падала, и я думала, что я не смогу работать удаленно, по большей части вот из-за этой проблемы. Но давайте вообще как бы сравним... офисную работу и удаленную работу, так ли сильно вообще они отличаются? Мы разобьем на этапы какие-то, вот, начиная с собеседования, заканчивая там бизнес-процессами,
и какими-то активностями, и пройдемся по каждому, посмотрим, как ли сильно офис отличается от удаленки. Начнем собеседование. Когда вы приходите вообще на офис, в первую очередь вы можете оценить, удобно ли вам добираться, удобно ли вам расположение офиса, нравится ли вам вообще сам по себе офис, там где-то поесть можно, люди веселенькие или грустненькие, там цветочки, окошечки, где вам не нравится, и все такое прочее. Что касается самого собеседования, ну, в принципе, на мой взгляд, они не особо отличаются от удаленных, как бы. Единственное, что они, конечно, происходят глаза в глаза. Что касается экономии времени, ну, тут скорее нет, чем да, потому что вам придется все-таки потратить время на путь до офиса, а если вы еще при этом работаете где-то и вас позвали на собеседование, вам нужно выкроить время свое рабочее, доехать туда, провести собеседование, уехать обратно, это, честно говоря, достаточно много времени занимает. Что касается удаленной работы, ну, вот что я говорила, в плане самого собеседования тут все достаточно понятно и одинаково. Единственное, очень многие, наверное, подумают, что у тебя нет возможности видеть человека, с которым ты там собеседуешься, и на моей памяти у меня было одно собеседование по телефону, не очень удобно, если честно, но это произошло, по сути, только потому, что у меня не заработал вот эта вот видеосвязь, пришлось перейти на телефон. Ну и, само собой, экономия времени, она присутствует. Это вот единственный, наверное, плюс в этом огромном море собеседований, что ты можешь выделить отдельно день, там, где-нибудь остаться дома и буквально потратить там один часик на собеседование вместо 3 часов, чтобы доехать туда, доехать обратно. Что касается Skyeng, у нас вообще немножко все строится таким образом, что когда ты приходишь на собеседование у пользователя, ну, то есть у тебя спрашивают вообще разрешение на запись твоего собеседования, и это может сэкономить тебе время вообще в дальнейшем, потому что тебя собеседует человек из твоей области, но не обязательно из твоей команды будущей. И когда он тебя прособеседует, если ты не подойдешь к какую-то определенную команду, через какое-то время твою запись твоего собеседования могут отдать другую команду, возможно, тебя позовут туда. То есть тебе не понадобится несколько раз вот так вот проходить собеседование одной и той же фирмы. Что касается глаза в глаза, все наши собеседования проходят с камерой, ну, собственно, записываются, да. Ну, в плане экономии времени это да. Что бы я вообще хотела посоветовать? В первую очередь, когда вы проходите собеседование онлайн, расслабьтесь. Вас никто не сожрет. Даже если вы будете онлайн, это как бы даже плюс. Если вы покажетесь человеку, ну, как бы глупым, нету шанса, что он вычислит вас по IP, и вы встретитесь на улице и будете отводить взгляд. Вот такого вот не будет, это точно. Постарайтесь включить камеру. Если ваш оппонент без камеры, попросите его об этом, потому что гораздо проще, когда ты смотришь на человека, общаться с ним. И самое последнее, это касается не только онлайн-собеседований. Не стесняйтесь задавать вопросы, потому что какие-то нюансы удаленной работы именно там, у определенной фирмы могут отличаться там, от вашего офиса. Ну и в любом случае процессы в каждой компании строятся абсолютно по-разному. Следующий этап — это оформление. То, как оформляется, как вы оформляете на работу, оформление документов, вот это вот все. И тут, в принципе, общее для всего, как бы я не буду разделять на удаленную работу на офис. В первую очередь узнайте, какой тип трудоустройства у вас будет, потому что если офис, там, например, в России, вы приходите, сдаете трудовую книжку, подписываете договоры, до свидания, то с удаленной работой может быть совершенно по-другому, либо у вас фирма где-то за рубежом, либо вы оформляете ИП, либо самозанятость, вот эти все нюансы как бы проговаривайте заранее. То же самое касается налогов. Тут скорее как договориться, какие-то фирмы покрывают ваши налоги, какие-то не покрывают и просто предоставляют вам дополнительную там оплату или вообще ничего не предоставляют, и все это будет на вас. То же самое, введение каких-то документов, введение ИП, помощь в оформлении документов, кто-то предоставляет полное обслуживание, кто-то просто помогает там, кто-то юродел есть, кто-то вообще это все кидает на вас. Оформление отпусков больничных, это актуально, например, когда вы работаете на зарубежную фирму, у них, наверное, все это немножко по-другому, это все тоже нужно обсуждать. Ну, естественно, оплата нужная для офиса сотрудников обсуждать. Поэтому такие вещи, как бы, просто
посоветуем задавать больше вопросов вот по таким нюансам, все нужно уточнять. Потому что если вы работаете просто, вот как я, например, любила раньше делать, приходишь в офис, подписываешь там документик, и ты точно знаешь, что у тебя есть больничные, что у тебя есть отпуска, и тебе это законодательство гарантирует, но вот в каких-то таких нюансах нужно по деталям разобраться. Следующий этап работы — это онбординг. По-русски говоря, это стажировочка. Как оно вообще происходит в фирмах? Тебе выдают какого-то ментора, который будет там тебя по первой, там, первый, может, месяц, ну, от недели, наверное, там, до трех месяцев объяснять, что, где, как, помогать. И самое важное, чтобы он всегда был на связи, в общем-то. И ту часть, которая не может тебе помочь, вот командная помощь, сюда я выделяю, например, какие-то проблемы с инфраструктурой, проблемы с бэкэндом, там, ну, какие-то такие нюансы, которые не входят именно в твою зону ответственности, но, может быть, из твоей зоны ответственности команда тоже может помочь. В офисной работе в основном ментор всегда на связи. Почему? Потому что, скорее всего, ты будешь сидеть с ним даже в одном кабинете, и если ты будешь ему писать, он не будет отвечать, ты можешь встать, подойти и обратиться просто к человеку. Но, честно говоря, эта галочка тут лукавит, потому что на моем опыте один раз получилось так, что меня взяли вторым фронтенчиком, и в этот момент мой ментор ушел в отпуск. И неделю я просто там что-то кандыбалась, пыталась делать сама. Естественно, он вернулся, мы порешали все проблемы, но так вышло, что компания, ну, остальная команда мне помочь с моими проблемами не смогла, скажем так. Но это было не страшно, на самом деле. Что касается опасений в удаленной работе, ты никогда не знаешь, будет ли ментор на связи, будет ли на связи твоя команда, и смогут ли они вообще тебе помочь. Как это происходит у нас в Систехе? Тут тоже ментор всегда на связи под знаком вопроса. Я оставила только потому, что когда мне очень было нужно, человек отвечал не всегда. Мне иногда приходилось ждать, но все равно я не скажу, что ждать много, но может там до полдня тоже такие вещи. Командная помощь была. У нас есть отдельная команда с инфраструктурой, которая помогает разобраться с какими-то проблемами тестовых серверов там и прочее. И, естественно, команда бэкэнда, при этом у нас большая часть сотрудников фуллстэк, какую-то часть фронтендовой части, они все-таки могут объяснить, что как работает. Это, конечно, бесспорный плюс. Что я хочу посоветовать? Ребят, не стесняйтесь задавать вопросы. Если вы стесняетесь задавать вопросы в офисе, то точно не стесняйтесь задавать вопросы, когда вы работаете удаленно, потому что от этого зависит ваша работа. Вот. От тебя могу добавить, что я, мне кажется, настолько часто задаю вопросы, что мне иногда кажется, что меня нафиг сейчас уволят, скажут, что вы за дуру тут взяли. Но на самом деле лучше, ну, лучше так, чем я перестану из-за каких-то таких своих проблем моральных выполнять свою работу. Работу нужно делать качественно, и коммуникация между людьми — это очень важно. Следующий этап — это бизнес-процессы. Что в это входит? В это входит междукомандное взаимодействие, какие-то встречи, какие-то планирования, в общем, такие вещи, в которых важно, чтобы в первую очередь все были на связи, то есть когда у тебя возникает какой-то вопрос, ты мог бы решить это очень быстро. Что касается прозрачности, тут прозрачность в том смысле, что ты, или, ну, в первую очередь твой начальник, во вторую очередь ты должен понимать, что идет вообще, вот как строится процесс, что мы успеваем сделать, что не успеваем, что идет не так, когда идет не так, почему идет не так, то есть такие вещи. Ну, отпуска больничные документы тут в плане оформления, что тебе не придется там идти в бухгалтерию или не придется идти в бухгалтерию. А в офисной работе все должно быть нормально вроде как. Ну, вот единственное, с прозрачностью это тоже лукавство, но если как бы нормально построены процессы, тут тоже вопросов нет. Естественно, все на связи, но тут тоже зависит от, наверное, величины офиса. Если тебе нужно найти человека, который находится там на 3 этажа выше, и ты приходишь, а он уволился или в отпуске, это, наверное, тоже не очень хорошо. И такое тоже, наверное, бывает. Но я все-таки беру какие-то более общие случаи. Отпуска больничные документы, мне кажется, в нашем современном мире уже все давно оформляется через какую-нибудь CRM-ку. Тем более, если у вас команда, компания больше 20 человек, нет смысла ходить к бухгалтеру. Ну, бывает как бы всякое. Что касается удаленки, первое опасение людей, что на связи никогда никого не будет, и прозрачность тоже под вопросом, потому что непонятно, как следить за удаленными сотрудниками, в общем-то. Что я хочу сказать? У нас в Skyeng есть такое правило,
12 часов дня до 5 часов по Москве ты должен быть доступен до связи вообще. Даже если ты не работаешь там с телефона, как-то, если есть какие-то вопросы, чтобы ты был доступен. Я не знаю, как бы, следуют ли люди вообще этому правилу, но у меня проблем с коммуникациями как таковых нет. В нашей команде, вопрос вечером мне, ну, после рабочего дня, там, часов 10 вечера даже было, мне очень быстро люди отвечают, не знаю, даже спят они, не спят. Что касается прозрачности, у нас, естественно, проходят утренние митинги, какие-то ретроспективы раз в пару недель, чтобы понять, что пошло не так. Также раз в неделю у нас есть созвоны с тимлидом, которым ты можешь рассказать всю твою боль, которая с тобой случилась, и он поможет тебе ее решить. То есть ты не остаешься один на один со своими проблемами, на самом деле это очень классно. И также у нас внутри команды разделение идет на маленькие команды, которые занимаются какими-то своими отдельными задачками, и у них тоже есть ежедневные созвоны, чтобы понять, что происходит, и это тоже классно. Ты всегда знаешь, что делают твои коллеги и чего вообще от них ждать. Ну, а пускай больничные документы — это все внутренняя CRM-ка, по-другому, мне кажется, тут не получится. Не отправишь документы голубями, чтобы получить свой больничный. Что бы я хотела вообще посоветовать в плане улучшения, может, процессов, возможно, даже в офисной работе? В удаленной, в первую очередь, пользуйтесь видеосвязью. Если у вас какие-то созвоны, митинги, видеосвязь — это хорошо, потому что вы видите, с кем вы общаетесь, вы видите своих коллег, это классно, вы не чувствуете себя потерянными, вот такой же человек напротив вас сидит, и тоже один дома, ему тоже, возможно, грустно, а вдвоем уже не так грустно. А вторую очередь, выделите себе какое-то время, когда вы всегда будете доступны для связи. Даже если в вашей компании это не практикуется, предложите это, начните с себя, это действительно очень улучшает коммуникацию. Еще один важный момент, наверное, это касается тоже для офисных сотрудников, не меньше важности, никаких договоренностей один на один, вот вообще реально, никаких. Используйте, я не знаю, групповые чаты в Скайпе, у нас в Skype используется Slack, и там тоже очень удобно в тредах все обсуждается, то есть какие-то такие вещи, которые вы решили сами с каким-то человеком, потом человек пропал, и всех полканов спускают на вас, это не очень хорошо. И, наверное, одно и то же из самых важных, если вы понимаете, что вы со своим коллегой друг друга недопонимаете, ну вот что-то вот не идет, просто возьмите и позвоните ему. Не нужно этого стесняться. Скорее всего, вам будет проще 10 минут созвон показать экран, там расшарить еще что-то, чем пытаться все это печатать, и у вас ничего не будет получаться. Следующий этап — это активности. Ну тут, наверное, можно выделить это в отдельную, как бы, это не то, что касается офисной работы, то, что касается в промежутках между офисной работой. Это какое-то общение, там, поход за кофейком, обедики, физическая активность в том смысле, что когда вы ищете каких-то своих коллег, вы, ну, выходите между кабинетом, вы устаете со стула. Это очень классно. Так что, когда вы работаете на удаленке, вам нужно все-таки считать свою физактивность как-то дополнительно. И тимбилдинг. Конечно, в офисной работе практически все есть тимбилдинг, в том плане, что вы команда или компания, там, выбираетесь на шашлычки, в барчик, ну, как-то организуете ваш досуг, чтобы получше друг друга узнать. И в офисной работе, в принципе, все это есть, но вот что касается удаленной работы, с этим, к сожалению, все достаточно грустно. У нас в Skyeng общения межкомандного как такового нет, у нас есть общие чаты, есть чаты команды, конечно, туда тоже постят мемчики, но это бывает не особо часто, как мне хотелось бы. Но, честно говоря, я слышала, что у нас в одной из команд есть такая практика, что они в пятницу падают так же, как мы с вами в Зуме на созвон, наливают себе пивко и просто вот о чем-то общаются, такой онлайн-чатик, чтобы не заскучать. Потому что, оказывается, физическая активность нашей компании оплачивает спортзалы. К сожалению, этих спортзалов в Калининграде, где я живу, нет. Поэтому тут уж как-то никак, в общем. Что касается тимбилдинга, у нас в Slack есть отдельные чаты по городам. В Калининграде тоже есть свой чат, и у нас больше 10 человек тут, кстати, работает. Мы даже организовывали новогодний корпоратив. Очень было весело.
Единственное, что, конечно, из моей команды разработчиков и вообще из разработчиков там была одна я, но все равно познакомиться с людьми, пообщаться было достаточно занятно и интересно. Нужно будет повторить. Вот, и вообще, в принципе, если посмотреть со стороны минусов, первый пункт минусов входит отсутствие общения. Вот это вот людям очень не нравится. Но честно сказать, что в плюсах тоже есть отсутствие общения, потому что очень много интровертов. Что касается кривого work-life баланса, это тоже проблема, когда ты садишься, немножко прокрастинируешь, потом немножко дорабатываешь, получается, что работаешь целый рабочий день, а кто-то просто не прокрастинирует, ему просто лень вставать со стула. Такие ответы тоже были, что мне не хочу вставать, и получается, что я работаю до ночи. Ну, классно. Можешь еще и спать на стуле, почему нет. Отсутствие самоконтроля — это вообще моя проблема. До сих пор иногда остается. Но, честно говоря, вот первые три как раз-таки вот эти шкалы я решила для себя кардинальным образом. Я сняла коворкинг. Теперь я не перерабатываю, ну, есть такое, у меня нет никаких там недоработок. Это решило полностью мою проблему с отсутствием самоконтроля, и отсутствие общения тоже покрывается достаточно сильно. Но плюсов, конечно же, гораздо больше, намного больше. В топ-5 входит в первую очередь экономия времени, то есть ты не тратишь лишнее время там, на дорогу, на обед, еще на какую-то ерунду. У кого-то свободный, у кого-то гибкий график. Тут на самом деле по-разному. У кого-то 8-часовой рабочий день, кому-то достаточно отработать 5 часов, и лишь бы задачи были закрыты. Тут уже зависит от фирмы. Что касается комфорта, я вот тоже попробовала. Заказала себе стол и стул, сижу, теперь довольна. Можно организовать свое рабочее место так, как удобно тебе. То есть у тебя там окошечко, увлажнитель воздуха, котик под боком. Все тоже очень классно. Вот, плюсов гораздо больше, чем минусов. И, в принципе, это решает твою проблему активности. То, что у тебя больше свободного времени, ты можешь перераспределить на какой-то свой досуг. Тут у меня, конечно, спорт, но это не обязательно. Может, там, кому-то нравится книжки читать, кому-то нравится там выпекать какие-нибудь чашечки. Почему нет? То есть больше времени, на самом деле, остается на себя, на свою семью. Вот, как бы можно этим вполне спокойно пользоваться. Как итог, что я хочу сказать. Удаленная работа, в принципе, мало отличается от офисной работы. Отличается по большей части только тем, что у вас больше свободного времени остается на себя, если вы там не в коворкинге, и вам не нужно куда-то далеко ехать до офиса. Главное отличие, наверное, хорошая работа от плохой работы, не обязательно удаленная, это процессы, как они выстроены в компании, потому что в обычной офисной работе тоже могут быть процессы выстроены так, что вам будет некомфортно там работать. А в удаленке, тем более, процессы должны быть выстроены абсолютно хорошо, чтобы всем было абсолютно хорошо. Поэтому призываю всех, кто хотел попробовать удаленную работу, пробуйте. Вам может даже понравиться. И по себе могу сказать, что я теперь не уверена, что хотела бы вернуться в офис. Вот. Жду ваших вопросиков. На этом все. Она так очень мягко обошла тему, что даже если вы не хотите попробовать удаленку, возможно, нам всем это предстоит. Честно говоря, я начала готовить свой докладик до того, как это стало мейнстримом. Теперь это уже становится прям трендовой вещью. Так, несколько вопросов. Есть ли какие-то приложения или сервисы, которые помогают в удаленной работе? Смотря в каком смысле помогают в удаленной работе. Я знаю, что есть какие-то расширение для браузера, которое блокирует какие-то там сайты, типа я хочу почитать мангу онлайн, и черт, я не могу, он не заблокирован на рабочее время. Есть кто-то пользуется, кстати, помидорками, чтобы делать перерывы там раз в 15 минут. Ну, тоже вполне себе. А сама что-нибудь используешь? Нет. Только по хардкору, самомотивация и железная воля, вот как это называется. Окей, вот Ксюша спрашивает, какая в Skyeng политика насчет коворкингов? Оплачивают ли вам аренду, поощряется ли как-то дополнительно? Честно говоря, я не знаю. Я знаю, что у нас вроде как есть коворкинг, по крайней мере, в Санкт-Петербурге кто-то говорил, что он есть. А насчет оплаты и тому подобное не могу сказать. Скорее всего, компенсируется, если не полностью, то частично точно. Окей. По идее, работодатель не тратит финансов на офис, электричество и прочих уборщиц. В связи с этим зарплата у удаленных сотрудников выше, чем у неудаленных?
По статистике, которую я собрала, да, действительно выше. И еще люди считают отдельным плюсом, если ты работаешь, ну, живешь где-то там в деревне, у тебя есть возможность выбрать более высокооплачиваемую работу, чем у тебя в регионе, вполне себе. Окей, вот удобно. Еще вопрос. У нас время пока позволяет, так что будем мучить тебя пока что. Что насчет карьерного роста? Мешает ли удаленка этому? Один и тот же человек в офисах и на удаленке имеет разные шансы расти. Я не совсем понимаю, почему так. Есть вот в негативном опыте один человек ответил, что у него были проблемы с карьерным ростом, но вот в плане Skyeng я не вижу как таковых проблем с карьерным ростом. Можно горизонтально развиваться, можно вертикально. Вот я фронтенд-разработчик, я могу в архитектуру пойти, могу в менеджмент пойти, тимлидом себя попробовать. У нас один из разработчиков такой укатил, тимлиды другой команды, почему нет? Это все зависит от вашей компании, в которой вы работаете, потому что может получиться так, что у вас нет развития и в офисной работе. Тут дело такое. Маша тут спрашивает, трекается как-то время у тебя на работе? Да, трекается. Как и на предыдущей работе в офисной, так и на этой трекается. Все логируется, все задачи логируются. Хорошо. Еще просят парочку советов базовых о том, с чего начать организацию процесса своей удаленной работы, с учетом, что мы по ходу со следующей недели многие на нее принудительно переходим. Я думаю, в первую очередь это комфортное рабочее место. Без него вообще никак, потому что, ну вот я купила себе стол-стул, мне прям вообще комфортненько и вставать не хочется. А до этого я работала с дивана, с кровати, с кухонного там подоконника, ну, короче, вообще неудобно, и сосредоточиться не дает, еще кошак, то там-то сям ляжет, ну, вообще никак. А тут мы с котом делим один стол, он лежит там где-то сбоку, я сижу здесь, с другого боку, и нам хватает места, и отлично. Поэтому в первую очередь комфортное рабочее место, мне кажется, с него идет вот все. Отлично. И еще у Никиты вопрос, используется ли что-то для парного программирования, и как вообще нормально показывать код? В вашем случае? У нас вообще, если какие-то проблемы, там код не код, ну, копипаст с GitHub'а используется, это раз. Всегда есть созвоны с расшариванием экрана, у нас используется